Всем привет, дорогие зрители. Нашел вам камешки, прилепил на стену. И хочу вам предоставить хороший 1 плюс 1 в районе Тосмер. Подходит под ВНЖ. Сразу говорю цены. Новостройка 143 тысячи евро. Расстояние до моря 380 метров максимум. Песчаный пляж, подземный переход. Проект был сдан в 2018-2019 году. Новостройка. Таких цен нет в новостройках, чтобы понимали. Квартира подходит под ВНЖ. Инфраструктура есть. Бассейн открыт, все запущено. Фитнес, сауна. Айда 250 лир, наверное, поднимут. Смотрим. Камешки я вам показал. Мини-дизайн. Сразу ролик закрыли, кому не надо. Я уже понял это. Кто хочет посмотреть, смотрите. Квартира 1 плюс 1, 52 квадратных метров, 50 минимум, вся полезная площадь. Ухоженная, красивая квартира. Мне нравится, вам тоже, наверное, понравится. Пишите комментарий. Вот видите, какой диванчик большой. Вот, как красиво там зелено все. Бытовая техника. Холодильник Altus, Bosch духовка, Bosch плита, Arçelik вытяжка. Духовка где? Духовка тоже Bosch. Bosch, правильно сказал. Посудомойка фирма Siemens. Гранитная столешница. Какие-то узоры сделаны. Не звоните. Так, я вам перезвоню попозже. Кондиционер Diamond. Какой-то good design. Дизайн, хороший дизайн. Ага, вот такая интересная квартира. Большой застекленный балкон. Вот, здесь квадратных метров где-то 15-17. Или 13-17 между ними. Сторона юго-западная. Здесь ничего не построят. Здесь мрамор, склад для мрамора. Потрясающий вид. Просто восхитительно. Новостройка, отель Diamond. Там подземный переход и с этой стороны есть, и там есть 5 подземных переходов в районе Тосно, песчаный пляж. Прямой переход, ступенек нет никаких. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Сеть магазинов Migros, Shok, BIM, А101. До рынка Тосмура отсюда где-то 700 метров шаговой ходьбы, до моря 380 метров, и там 5 сантиметров уже будете в воде плавать. Такие дверки с узорами, здесь трещины, можно стекло поменять. Это мои тапочки, продаются квартиры без тапочек, коричневые стенки, покрашены, да, красиво, да? Прихожая есть, шкафчик встроенный где-то. 143 тысячи евро, дорогие зрители. Проточно договаривать с фирмой Siemens. Квартира, заезжай и живи. Также есть у меня 2 плюс 1. 138 тысяч евро. Есть за 142, 145 и выше. Дешевле есть, но сразу уходит. Сегодня был в топу. Короче, сделки идут. Жарко из-за этого, пока не каждый гуляет, смотрит квартиры. А это просто готовый вариант. Звоните и покупаете. 12,5 квадратных метров минимум. Полезная площадь у этой спальни. Может быть 13,5, 14,5. Ну, не маленькая спальня. Диванчик, то есть кровать такая удобная. Видите, как все ухожено, как надо. Сюда телевизор можно установить. Тоже кондиционер Diamond. Инверторная. Сейчас спускаюсь вниз. Смотрите до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. Я для вас ищу хороший вариант. Как работаю по запросу, особенно виллы. Виллы зачем не снимаю, говорил в некоторых роликах. Проезжайте в Алане, я вам показываю все варианты, те, которые есть на рынке. Работаю на комиссию, накруткой не занимаюсь. Дорогие зрители, на этаже 6 квартир. Спускайся вниз. Вот такой лифт большой, вместимость 6-8 человек. Угловой этаж. Год постройки нету. Спустился я сразу на нулевой этаж, цокольный. Видите, есть крытая парковка.
Это редко. Вот. Открыт парковка снаружи. Ну, здесь еще наверх надо подниматься. Детская игровая площадка, беседка, зона барбекю. Вот оттуда заходят машины. И тут бассейн. Также есть фитнес и генератор. Вот. Хорошая локация района Тосмур. В той стороне 250-300 метров речка Дим протекает. Там тоже прогулочная зона. Видеонаблюдение тоже есть. Вот такой фасад здания. Звоните, дорогие зрители. С вами был Агаси, Солнечный лайнер, район Тосмур. Всем пока-пока. Не забудьте там кликнуть лайк и подписаться на канал. Комментарии тоже можно. Можно, да. Если хотите, можно.